Ну что, дорогие друзья, так как я обещал выходить в лайв онлайн в Одноклассниках, я хочу поблагодарить. Я увидел, что количество подписчиков, количество друзей там увеличилось несколько раз. На самом деле просто физически не успевал заниматься всеми социальными сетями и думал, что все сидят в Фейсбуке, но когда узнал, что больше миллиона наших находятся именно в Одноклассниках, сказал, что будем общаться в том числе и здесь. Значит, нахожусь в Москве. Значит, сегодня вечером, можно сказать, был открыт урбанистический форум в Москве по приглашению руководства Москвы. Значит, на этом форуме будут присутствовать почти неделю делегация из муниципия БЭЛС. Значит, Игорь Шеремет в данный момент находится в самолете. Остальные, значит, прилетают послезавтра. Сегодня был очень хороший вечер. Познакомился с вице-мэром Сеула, Милана. Очень много положительных вещей услышал от мэра Лондона. Мэр Лондона, который руководил городом с 2000 по 2008 год. И многие другие. Потому что именно при общении с людьми, которые руководили мегаполисы, которые построили и создали самые красивые города в мире, значит, можно увидеть именно те вещи, которые пусть в небольшом количестве, но можно как-то их у нас внедрять и использовать сегодня в Молдове. Но я получил несколько телеграмм с нашей любимой с вами родины, значит, о том, какие провокации, значит, готовятся в ближайшие дни против некоторых моих коллег. Значит, они были взбешены, что на прошлой неделе IDIS Viatorul, значит, на основании исследований, которые они проводили в течение полугода, бельцы признали самым транспарентным городом в стране. Вот, значит, по транспарентности там более 80%, и мы являемся единственным городом в стране, который получил оценку А+. На втором месте после нас идет Кагул в категории Б-, то есть категории просто А, либо просто Б, ни одного города не оказалось, а бельцы имеют А+. Значит, сегодня готовятся аресты некоторых руководителей муниципальных предприятий, это озеленение и благоустройство, это муниципальное предприятие ДРСУ. Я согласен, что если тот или иной чиновник, значит, приносит вред городу, в котором работает, стране, которой руководит, он должен ответить по заслугам. Но когда за то, что пчела на основании договора возят там ветки, листья, значит, в село Карлатена, они сегодня хотят арестовать пчелу, несколько его работников, хотят арестовать несколько экономических агентов, хотят арестовать примара село Карлатень. Значит, плюс также они возбудили сегодня уголовное дело, значит, после последнего урагана в Бельцах, вся страна его видела, значит, упало дерево на беседке, в которой там отдыхались или в которой от стихии прятались карабинеры. И вот сегодня они хотят наказать этих работников муниципального предприятия озеленения благоустройства, что они вовремя не спилили дерево, которое упало на беседку, и вот пострадали карабинеры. Я очень сожалею, что пострадали эти ребята. Так же, как я сожалею, что обрушились электрические столбы, десятки деревьев в Бельцах, два мнеферешки. Вы все видели, что происходило. Но проблема была очень быстро решена, и сегодня сажать людей в тюрьму для того, чтобы обезглавить Бельцы. Они сегодня обсуждали возможный арест, в том числе Игоря Шеремета. Ну и типа останется город без руководства, не будет убираться, потому что уборкой города как раз занимается озеленение благоустройства и ДРСУ. А Плохиш крышует до сих пор эту мусорную мафию в Бельцах и канализационную и так далее. Правда, в ближайшее время вроде грозятся, что их посадят. Но посадят по делу. Но
Сегодня, если они делают это для того, чтобы заблокировать жизнеспособность второго по величине города в стране, значит, товарищ Плохотнюк, Сашка Жиздан, Шерестудин, Гоп-компании, Авастр. Куануастр, но не ламурим, дарсцени для Авастра, но катас педраку, боец. Бодр фащит стыд по сибил кайоне, шо дацнума, Антурка Республика Молдова. Шей кваста в оккупас. Еу враус менчонес фапту. Сцени де Александру Панзарь. Саш. Тикуноск. Держас пункт парере дереу де мулцань. Дар бэнсуш пентру фапту. Керай боет, керай полицист. Да сейчас кши тюкут не талин ултимянь. Квипим бэлс. Дай декларатий. Май мульти до сари пинали пивами лоусаты. Григоришина закрыть под любым предлогом и так далее. Саш, есть нормальные полицейские, которые ни тебя, ни другого Сашу не очень-то воспринимают. По крайней мере, Жиздан, когда говорит, хотя бы понятно, что он говорит. А когда выступаешь ты, можно только догадываться. Но они догадываются, они недовольны. Они недовольны этим. Да, есть те, которых вы поставили, которые обязаны мочить моих людей. Значит, которые там хотят... хотят повышения, идут у вас на поводу. Окей, ребят, не оскорбляйте, не унижайте, перестаньте дергать людей. Вы посадите всех этих болванов, которые продают наркотики. Вы сегодня устроили шоу Шора и продолжаете его устраивать и так далее. Вы поймите, что в один день вам придется смотреть в глаза всем этим людям. Вам придется встретиться со мной. Даже если это произойдет в молдавской тюрьме, в которой первое время буду заключенным я, а потом вы будете сидеть пожизненно. Занимайтесь, вы помогаете сегодня снимать фильм Славе Балакчи про меня. Организовывайте встречи в Бельцах, в Фалештах, снимайте мой родительский дом. Вчера дали команду пропустить одного из блогеров в криковскую тюрьму. Ну вот занимайтесь, готовьте фильм про меня на сентябрь и не занимайтесь ерундой, ребят. Потому что вы сегодня подходите к черте. То, что к ней давно подошел и перешел Плохотнюк, это одно. Сегодня перейдете вы, но потом то, что вы будете рассказывать, ну была команда, у нас не было выхода и так далее. Я эту фигню слушать не буду. Поэтому я буду наблюдать очень внимательно за тем, что происходит. И реакция, поверьте, будет очень жестко. А пока я обращаюсь ко всем международным организациям, вместе со мной понаблюдать за всем этим беспределом, я хочу посмотреть, как вы будете закрывать людей за неспиленное дерево, за спиленное, как вы посадили, как вы возбудили дело Филиппова, пытались его снять с должности и так далее, я видел. Сейчас давайте посмотрим, как вы будете себя вести за то, что не спилили дерево и так далее. Вот такой беспредел у нас сегодня творится в стране. Поэтому астая ситуация. Я на днях обязательно выйду с подробными комментариями с Бельского, с Московского урбанистического форума. Значит, огромное спасибо вам за то, что вы поддерживаете меня. Поддерживайте нашу партию, ребят. То, что не боюсь я, это здорово. Но мы должны сделать так, чтобы не боялась вся страна. И мы обязательно свергнем этот режим чертовой матери. Я вас люблю. Всем хорошего сара. Всем хорошей сяры. Хорошего вечера. Трояск молдовени, трояск попоры, мерзим дворы на эти войбески.